В 2000 году вышел фильм одного из самых одиозных режиссеров, одного из моих самых любимых режиссеров, Ларса фон Триера, который шокировал меня до такой степени, что когда я вышла из кинотеатра, еще трое суток я просто не разговаривала. Не могла произнести ни слова. Настолько мощным был эффект. То есть это, вот, знаете, такое ощущение, когда у тебя ком в горле, и ты его уже должен выплакать, но слез у тебя нет. И вот этот ком, он все время тебе мешает дышать, но ты с ним сделать ничего не можешь. Пока эти все эмоции, чувства сами собой не проходят, ты не в состоянии с этим ощущением справиться. Это фильм «Танцующая в темноте» с Бьорк в главной роли.